решить земельный вопрос, проконсультироваться по части оформления субсидий или попросить о соцподдержке. Теперь все это украинцы смогут сделать с помощью одного звонка или электронного письма. Соответствующий закон об обращениях граждан вступил в силу 10 ноября. Как в Запорожье внедряют новшества, далее в сюжете. 20 тысяч заявлений со всего региона. Столько обращений ежегодно поступают от жителей в Запорожскую облгосадминистрацию. Сейчас, отмечает ВОГА, письма можно присылать уже в электронном формате. Была створена специальная электронная адреса громада ZODA.gov.ua. На сайте областной державной администрации был створен специальный раздел «Звернутися до администрации». И сейчас уже просто громадянин может зайти на наш сайт, заполнить соответствующую форму и таким чином отправить звернення безпосередньо через веб-портал областной державной администрации. Кроме этого, отмечают в профильном облдепартаменте, в ОГА уже 2 недели работает специальная горячая линия. Все звонки записываются. Рассмотреть обращение специалисты обязаны в течение 30 дней. Мы узнаем вообще суть, какая обращение. Человек рассказывает, куда еще обращался, что за трудности возникают в решении того или иного вопроса. Население обращается часто. В основном это вопросы коммунального характера. На каждого оператора в день приблизительно 25-30 звонков. В следующем году специалисты рассчитывают принимать в телефонном режиме до 10 тысяч обращений, а в ближайшее время планируют модернизировать сервис для заявления граждан.